И возвращаясь к главной теме выпуска, сегодня на совещании президент отметил и первое участие председателей маслихатов на мероприятии такого уровня. По мнению главы государства, это свидетельствует о важной роли местных представительных органов власти в реализации намеченного курса реформ. При этом Касым-Жомарт Токаев указал на низкое доверие казахстанцев к маслихатам и на необходимость усиления потенциала местного самоуправления. Депутаты должны перейти к ежедневной кропотливой работе над актуальными проблемами электората, заявил президент. Один из таких вопросов на заседании подняли депутаты маслихата Восточного Казахстана. Там в срочном ремонте нуждается уйдененская плотина близ Зайсана. В настоящее время 80-90% водохранилища непригодно для использования и находится в аварийном состоянии. В дальнейшем при возможном обильном таянии снега добавится 75 миллионов кубометров воды, а рассчитано гидросооружение только на 45 миллионов кубометров. Поэтому сейчас необходимо предотвратить назревающую катастрофу.